Друзья, всем привет, я сейчас вам хочу показать очень одну интересную колоду, я ее нашел в TV Royale, вот она, я взял ее у топ-игрока, колода с тремя мушкетами, пекой, печкой, короче, подобной деки я еще не видел, много было вариаций с мушкетерами и с пекой в том числе, но тут, я так понял, вместо сборщика печка, то есть тут очень жесткий байт на fire и на poison, хочу попробовать, что у меня с этим получится, говорят, это очень мощная колода, давайте все-таки ее проверим в глобале и погнали в каточку. Также, ребят, не забывайте ставить лайки, подписываться, если вы здесь впервые, буду очень вам благодарен, каждому, кто подпишется, прям царский лайк от меня, пишите свои оригинальные комментарии, тоже буду лайкать, там первые 10 минут после выхода ролика, поэтому... И не скупитесь на лайки, подписку, пацаны, прям очень буду благодарен. Все, я все сказал. Итак, гигант, против гиганта, пацаны, сами понимаете, что пека должна взрывать стрелы. Прикольно, что здесь я выпускаю таран, готовим сейчас разряд. По идее, у него должно быть... давай, лети, таранчик доходит, отличная игра, говорит нам соперник. Летучка, давай уничтожай миньонов. Очень долго уничтожала миньона, поэтому вышку мы не сносим. Но зато ставим еще одну печку. Блин, я поспешил. Я бы мог подождать, пока этот миньон сдохнет, и я смогу нанести урон по вышке. Этими духами. Да ладно, у меня пека, друзья, против гиганта. Это вообще подарок для меня. Вот хорошо, что глобал мне подобрал именно... гиганта. Правда, я не знаю, что у меня тут контрит. В принципе, я всегда, когда играю с пекой, я всегда боюсь... Не получился сплит. Я всегда боюсь лаву. Но тут как бы три мушкета, тут против лавы очень много дефа. Блин, пацаны, я не знаю, у него нету что ли этого фаербола? Или что, он что не дефает? Ладно. Мегарыцарь? Нет. Так, у него походу нет. Рили, у него походу нету. Так это ж круто. Это ж круто, что у него нету, да? Фаербола. Смотрите, я забрасываю таран. Миньончики у него, летучие мышки остались, да? Таран не дойдет. Но варвары нанесут много урона. О, летучка выжила, да отлично. Не, тут я контр жесткий. Прям на все 100% контрю его деку. Прям на 100%, на миллион процентов. Правда, если бы еще у меня был позен вместо файера, то я ему контра... Хотя, не знаю, может есть у него позен. Но мы не будем как бы рисковать и снова мушкета в одну сторону. Это было случайно, это не было спланировано. И он еще не видел пеку. Вот он, пека, смотрите, оп. Вот он, пека. По идее, сейчас будет армия скелетов. Я просто кину разряд, наверное. Нет, пока он ничего не выбрасывает. И окей. Теряет очень много здоровья. Здоровья на вышке. Так, мы подкинем, думаю... Нет, таран пока подкидывать не будем. Давайте кинем банду гоблинов. И поставим вот так вот. Тут кинем фаербол на его банду гоблинов. В принципе, должны всех забрать. Найс. Вы просто посмотрите, он ничего сделать мне не может, мне его жалко. Блин, мне бы сейчас трех мушкетов, вот так вот. Все, вот так вот, трех мушкетов. Сейчас быстренько убрать гиганта, и все. Он странный тоже, у него колода неправильная. То есть, с кладбищем Poison прям вот нужен 100%. Если был бы Poison, может быть, он печку мы постоянно бы убивал бы, да, там, мушкетов бы, например, не пропускал. А так, мне очень повезло с тем, что соперник подобрался именно с такой декой. Но, опять же, я хочу проверить, насколько эта дека имба, да, насколько, не то, что имба, но насколько она хороша против нормальных соперников. Естественно, против нормальных соперников мне не получится так спокойно выиграть, но, тем не менее, я хочу на максимум сыграть. Поехали. Так, 13 левел, удачи. Спасибо. Так, у нас есть таранчик, у нас есть летучая, вот эта летучка, вертолет. Пека у нас есть, поставь гиганта, окей, пека. Это не гигант, но... Так, валькирия, что такое может быть? Давайте готовим сейчас либо летучку, либо фаербол. Ледяной колдун. Как думаете, летучку подкинуть или сплит мушкетов сделать? А я сделаю сплит мушкетов. Ай да ладно, да? Ой, лучше бы летучку. Летучка бы сейчас и печку уничтожила. А что у него такая же дека? Не понял. Пацаны. У него печка с этим, с пекой. не может такого быть. Так. Все, пеку уничтожаем. И ставим печку на левую сторону. Найс.
Я больше урона нанес. У меня мушки. Да смотрите, у него такая же дека. Да ну нах, не, у него шахтер. Блин, блин, летучка уничтожит, уничтожит сейчас печку мою. Сук. У него похожая дека, но не такая же. Пропускаем летучку, пропускаем. Пропускаем, очень жаль. Слушайте, мне колода его больше нравится. У него валькирия есть. Вот, ему проще наносить урон по вышке шахтерам, нежели мне тараном. Я думаю, что это всем и так понятно. Блин, кто так выбрасывает печку? Ой, а не, нормально. Отлично, так, хорошо. Ну что ж, делаем сплит. Блин, у меня валькирия его смущает. Тогда он слил валькирию, поэтому он пропустил урон. Сейчас он валькирия... А, у него еще и фаер, ну прекрасно вообще просто. Ну слушайте, давайте таран подкинем. Ну а что, пропадать-то двум мушкетерам? Пускай еще что-то тратит, разряд тратит, найс. Ставим... Нифига, а, фух, я думал, он пропустил таран, блин, уже обрадовался. Обрадовался уже было. Так, здесь пека. Ну, неплохо, неплохо. Валькирия, сагрись, дура ты тупорылая, блин. Так, печку сюда. Там больше урона нанесли. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, тут летучка. Летучка, летучечка, летучечка. Блин, что-то не то. Пока что что-то не то. Так, здесь давайте мушкетера. Ров не... Так, ладно, быстренько-быстренько шахтера. Так, вайп, чик-чик-чик-чик-чик. Блин, прикольно, да? Разряд? Одного только успел, ну ладно. Так, ладно, ставим пеку за вышкой. И духов, походу, пропускаем. Ставим печку сюда. О, отлично, одного духа увели. Так, сейчас попробуем развести его на фаербол. Попробуем, так, летучка. Так, отлично. Сюда фаер кидаем. Сюда кидаем фаербол. Найс. Минус его пека. Так, тут у нас мушкетерки. Мушкетерки. Он не попадает, а нет, попадает, падла, фаером. Так, куда разряд, куда что? Ой-ой-ой. Ага, я понял. Сложно, сложно, друзья. Но слева я больше урона нанес. Так, ставим печку. Мне его шахтера ловить нельзя, прям пипец. Ой, ловить нельзя, пропускать нельзя. Ловить как раз таки можно. Так, ну слушайте, сейчас он, короче, уже будет шахтер... ты чё? Печально, да? Печальная история. Все, я проиграл. Ну вот и вынесли меня. Вот, вот вам и контр. Я не знал, что мне контр, вот теперь знаю. Вот остался один фаер. Сейчас он до него прокрутится. Разряд. Ну да, все. Ну типа смотрите, валькирия, да? Валькирия фаер. Плюс шахтер. Ну, шахтер, то есть у нас практически деки одинаковые. Чем они отличаются? Тем, что у меня три мушкета контрятся спокойно. И таран не доходит к вышке. Его шахтер всегда доходит к вышке. Вот его колода лучше моей, если сравнивать их... Не, если друг против друга играть. А так, на самом деле, я бы не сказал, что моя колода хуже. Просто потому что против некоторых связок она даже очень даже ничего. Вот против лавы его колода будет посасывать. Правда, вот. Лава-шар его будет выносить. Ну, потому что, согласитесь, фаербол на летучку и все. И чем он будет контрить лаву-шар? А моя колода так делать не будет. Поэтому у меня приоритет. Нифига, это ж как ему не нравится моя печка, что он и шахтер, и фаербол. Или он рассчитывал, что я там что-то кину возле... Ну да, он на это рассчитывал. Так, ну ладно. Летучечка. Пека, блин, бедный не дойдет, наверное. Хотя, если подкинуть еще таран. Подкинуть если еще таран. Так, быстренько, быстренько, быстренько. Чик-чик, чик-чирик, чик-чик-чик-чик. Оп, оп. Отлично. Самое главное, что дошел таранчик. Так, будем разрядом дефаться или же будем банду гоблина выпускать? Разрядом будем дефаться. Так, все, и здесь ставим печку. Слушайте, а он в прошлый раз фаерболом не попал по вышке, да, я заметил? Так, отлично. О, пека. Ой, ёптить. Гигант. Ну, против гиганта, пацаны, ну, пека вообще тащит. Так, 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 так. Ну, сразу на гиганта, да, естественно, ставим. Ну, просто я сначала думал на принца. Блин, и все-таки на принца сагрилась пека. Ну, ладно, убиваем принца. Убиваем гиганта. Так, теперь что?
Смотря что выкинет. Если мегамуху, я, наверное, кину сначала банду. Не, я вот так вот закидываю банду сразу же. Вот он, мегаминьон. Можно кинуть фаербол, в принципе, по барабану. Пац, отлично. И смотрите, гоблин, одна тычка, вторая тычка и третья тычка от гоблина. Охренеть, что я с ним делаю? Так, банду слил. А, мини-пека, хотел таран закинуть, забыл же, у него есть мини-пека. Так, ну что, сейчас сплит мушкетов, наверное. Блин, не в эту сторону сплит, ладно, будет, окей, делаем вот так. Печку пока не ставим, если сольет фаербол, тогда поставим. Отлично, вообще шикарно. Ставим вот так вот печку. Здесь мы выбросим летучечку. Ну и в принципе все. Это мы задефаем. Тут банда гоблинов. Так, изи, да? Вот он слил фаер и все. То есть казалось бы, да, тремя мушкетами уже не пройти. Но у меня очень много карт, которые прям жестко байтят его. Прям жестко. Ну он неплохо играет, он шарит, да, с какой стороны ему надо атаковать. Так, мини-пека. Давайте попробуем сделать так. Фаербол сейчас будет, скорее всего, разряд. Так, уничтожаем всех быстренько. Так, тут ставим печечку. Вот сейчас, кстати, непонятно, что ему дефать, с какой стороны. Неплохо. Смотрите, сколько он пропускает справа. Запускаем тут еще банду гоблинов. Разряд. И так получилось, что я уже справа нанес такой же урон, как и слева. Так, ну тут у нас пека. Пека все задефает. Мы даже еще используем разряд, дабы пека точно не сдох. Так. Блин, пока что... ну, я наношу и там урон, но я не понимаю, с какой стороны мне атаковать. Это он постоянно меняет стороны. Вот сейчас он меня подловил. У меня сейчас нету чем дефать. Я таран слил случайно. Ну да ладно. Ну нет, не агрись. Ну, на таран лучше сагрись. Так, отлично. Нет, плиз, тихо. Фух, так, печка. Оп, фух, отлично. Было стрёмно. Так, все, мы на самом деле уже, так, думаю, в плюсе неплохом. Давайте сплит мушкетов. Все, отлично, сейчас пеку справа. Духи потихонечку наносят урон, к летучке пока не достает. Вышка, так, тут у нас пека. Так, здесь у нас пойдет банда гоблина, потому что там будет мини-пека, скорее всего. Так, он кидает фаербол, по одному мушкету попадает, по второму нет. Здесь забрасываем таран, ну и, в принципе, вот он просел. Ну, однозначно, я согласен полностью, что против пеки с гигантом играть очень сложно. Я согласен. Ну, на это и рассчитывали. Мы на это и рассчитывали, что я возьму эту деку и буду нагибать. Круто, ребята, мне понравилась эта колода, гигантов прям чпокает на изи, но вот видим, что предыдущая катка пеки, ну тут более выигрышная пека была. У нас она, колоды практически одинаковые, за исключением некоторых карт, которые реально меня контрят. В общем, как-то так, ребят, такая вот колода, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, приходите ко мне на стримы, скоро будет много видосов различных, мы задонатим гемов на аккаунт, я буду еще катать гранды, там еще больше колод будет. Спасибо вам, что смотрите, до новых встреч, скоро увидимся, пока, ребят.